Привет, меня зовут Витёк, я из села Верхняя Пышма. Не путай с Нижней. Смотрел эти ваши обзоры с гитарами. Гитара — это, конечно, хорошо. Но давайте я вам покажу, на чем играем мы, рок у нас в клубе. Настоящий рок. Итак, электробалалайка. К сожалению, у нас в Верхней Пышме продажи их нету, поэтому мы делаем их сами. Гриф, накладка и панцирь. Черное дерево. Корпус. Самогон. Не, махагон. 28 ладов. У балалайки три струны. Первая металлическая, ля первой октавы. Вторая нейлоновая, ми первой октавы. И третья нейлоновая, ми первой октавы. Строй кварта. Электронная начинка балалайки состоит из пьезодатчика и тембр блока. Громкость и тон. Сзади находится отсек для батарейки крона. Ну что, поиграем? А теперь с дисторшном. У нашего русского человека это все балалайка, а в Америке все не так все просто. Ты можешь себе представить, корешь мой ненаглядный, что еще в 40-х годах запрещили в Америке балалайки. Ну на что ж такая паскудная история была, когда запрещали на саксофоне играть джаз. Ну у них то самое, только с балалайками. Рузвельт у них президент тогда еще был, посидел, подумал такой: не, пацаны, давайте лучше сделаем свое что-нибудь. У нас там инструменты народные есть, Гибсон там, телекастер. А русские пускай на своей балалайке пилюкают сколько угодно душе. Не, Колян, если бы мне этот Гибсон колеса дали, я бы тоже посидел, поиграл. Но русская душа, она просит балалайку. Ну и после всей этой истории у них повылезли, как после дождя, грибы, все эти группы. Металлика, СДС, Бон Джови. Да не Бон Джови, а Бон Джови, это музыкант у них такой есть. Ну вот они все с этими Гибсонами прыгали там по сцене. А ты представь себе, Колян, кого-нибудь из них с балалайской, да в усянке, да в матроске. Это ж какая умора была бы, революция! Но история, как говорится, не терпит этого сослагательного наклонения. Корешь мой драгоценный, наливай скорее! Thank you.
«Вау, парни, это реально круто! Я не слышал ничего более искреннего!» «Почему мы первыми не додумались до этого? Балалайка просто космос!» «Я считаю, Nothing Else Matters должна звучать именно так, а этот чувак из Пышмы просто бог!» «Знаете, все эти санкции, шманкции, это неправильно, они только разобщают нас. И еще этот дурацкий декрет про балалайки. Не надо так, нам нужно быть ближе друг к другу, давайте сотрудничать». На секунду мне даже пришла в голову мысль, а так ли нам нужен Кирк Хэммет? Я не знаю, во что это выльется, но как минимум хочу верить, что этот парень рубанет с нами на одной сцене 27 августа в Олимпийском.